В ряде соцучреждений области питание обеспечивается собственными силами. Часто в таких ситуациях не хватает денег на обновление оборудования или ремонт. А закупка продуктов малыми партиями приводит к удорожанию завтраков, обедов и ужинов. Если же организацией питания занимается частное наемное предприятие, тут итоговая стоимость, наоборот, уменьшается, но контролировать качество становится сложнее. Единой же системы на сегодня в регионе нет. Мы сейчас разрабатываем ту систему мер и выбираем тот оптимальный механизм, который нам позволит соблюсти при сохраняющемся уровне финансовых вложений высокий уровень качества данной услуги для населения. Последний опрос показал, что не все куряне довольны качеством питания в учебных заведениях или больницах. В 2019 году статистика должна измениться в лучшую сторону. Проговорив много вопросов, увидев планы, услышав эти планы, мы их посмотрели, будет увеличено финансирование по питанию в техникумах, в колледжах, да, это большая сумма для нашего региона, в принципе 30 миллионов рублей на увеличение таких средств нам давно уже не выделялось. Предпосылки, те планы, которые сегодня озвучила администрация Курской области, они настроены на позитив, они заставляют нас лучше жить, улыбаться.